Несмотря на соблюдение сегодня 6 января, с 12 часов московского времени российской группировкой войск режима прекращения огня, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российских войск. На Краснолиманском направлении вооруженными силами Украины произведено 4 минометных обстрела российских позиций. В районе населенного пункта Белогоровка Луганской Народной Республики 3 артиллерийских обстрела. Из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области произведено 8 артиллерийских обстрелов. Ответным огнем российских войск позиции вооруженных сил Украины, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены. Защиты общего отечества. Ну и только для меня, для Беларуси, это не можете рассказать. Я очень внимательно это при подготовке наших вооружений. Готовить беларусов.